делать. Даниэль молодец, он мне нравится. Всех надурил. Давай, девочки, а вы считаете? Вы что, не считали, сколько бросил? Начинай сначала. Давай, 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 давай. Хоть научитесь падать. Громче, девочки, считайте. Давай, пока не вспотели. 6, у него 300 как мы вышли.
7. 400, а не 1000. Да, да. Ну вот уже 400 еще будет, значит будет 400 бросков. 40. Так, 8. 9. 9. Помните, я ему говорю, с тренером не доспорить. 11. 9, я говорю, ты тоже со мной споришь? Не спорь, со тренером. 11! Вика, ты споришь с учителем, он тебе никогда не поставит хорошую оценку. Я не знаю, ну привыкай к этому. Вот так, пока не оборвали, пока не сдохнешь. Он хотел другой. Вот. Давайте еще 5 бросков ему. Каждый по 5. Раз. Давай. Не думал так. 2. Бросай. Чем больше ты его бросишь, тем меньше он тебя бросит. 2. Да ты, чтобы у меня голова закружилась, чтобы он сдох. 3. 3. Еще 2 броска в каждой девчонке. 4. 4. Последний. 5. Ну-ка, не спать. 6. Хорошо. Можешь. Вот, посмотрите, упал. 5 еще, да? Вот сколько сейчас он, да? Ну, 30-40 раз. Я не буду говорить, что я все время так говорю. Но, чтобы стать чемпионом республики, 5 подходов по 50 раз меня бросали. Потом я бросал, меня бросали, я бросал, меня бросали. То есть это в течение, ну, меньше 10 лет, потому что выходил у нас. Привыкаешь уже к нему, а он бросил. Делали? Да. Делали. Хорошо. Так, сейчас вы боретесь без бросков. Знаете, что это такое? Это рандеры. Объяснившим им бармену, что показывать можно, даже сделать бросок, если взял захват, четко залез, то уже противник может сам упасть. Вот с кем я боролся, Нет, не с собой. Кто-то... А, с Лили. Он взял хорошую захват и говорит, стоп, я прыгаю. Почему? Потому что надо слишком много усилий, чтобы сорвать, делать неправильно, нырять под руку, там, то есть шире. Я говорю, все, ты здесь выиграл. Дальше захват постарался не дать, чтобы... Давай. Вы готовы? Да. Ты разминаешься. Отошел? Как у тебя? Да, ноги болят. Хорошо, что не голова. Еще раз. Берете захват, захват даете друг другу, но не жестко. Поэтому, если он показывает заднюю подножку, ты показываешь ответ как заднюю подножку или просто уходишь. Нику, не надо сейчас бороться без бросков. Бег. И потом, да, он сейчас чуть-чуть восстановится, а ноги извиняются. Да. Все. Дальше мы уже просто бегаем. Так, вышла. Ника. Давай. Все, отдаешь, берешь захват и делаешь ему заднюю подножку. Нет. Она делает. Да. Ну, вот я тебе покажу, а ты не падаешь. Я понял. Да, ты должен защищать. А защита, да, как ты будешь? Я постоянно. Нет, ты вот ко мне. Вот. Я это вижу. Нет, это я, это ты видишь. Или 4. Я тебе делаю заднюю подножку. Как ты защищаешь? Что ты делаешь? Ну, первый. Ты убираешь окно. Второе. Жестко поставить. Да? Нет, просто жестко, но туда не падает. Третий вариант, да? Когда на лифте что-то вот. Оп. И надо, да, как бы ответ задней подножки. А с задней подножки ты можешь еще делать что? Там только начинаешь разворачивать. А как скажешь, это же раз. Хорошо? Все, отжимай, Вика берет захват и делает заднюю подножку. Вот. Сначала убери ножку, она должна почувствовать. Все, пошире ножки поставь. Вот. То она, видишь, по другой тебе ногой. Давай, Вика, выше ручку, выше ручку. Вот, смотри, Вик, теперь смотри дальше. Если он отвечает, это вы не падаете, да? Но он цель. Значит, если он отвечает, Вик, и ты чувствуешь, что падаешь, не тяни его за собой. Просто делай страховочку. Хорошо? Нет, просто он на тебя может упасть, там, понятно, делать.
изнутри, правильно? Или эту ногу, или изнутри. Вот так, умница. Стоп. Да, я тебя убью. Ну ты вышел за ковер. За ковром может быть что? Плашка. Нет, не шире. Футбольное поле, ты вышел там, разбитые бутылки. Там какашки. Раз упал. Ну вот здесь. Она делает зацепление, пирги. Ну, убираешь ногу. Раз, можешь показать через бедро. Давайте, давайте, сейчас будет. Вот так умница. Отлично. Вот. Хорошо, хорошо, Нинка. Нинка, ты готова? Нинка, хорошо, ты готова? Вперед. Викуля, поклонись. Хорошо. Даже так не учитесь. Хаджи, научиться делать броски. Одно, второе, всегда. Вот, видишь, как поставить, да? Вот это утром занимались поклонись. Ты следи. Видишь, как сюда? Все перемешано. Это мое лично, а он ее. Они работают. И даже на место не могут поставить. Я сейчас все прогрессирую, но никто не может. Хорошо, 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 хорошо. Вот здесь, и здесь отбор. Ну хотя бы думать же надо, хоть посмотреть, как время. Начни на еще. Вот пять рук отходит. Понимаешь, ты должна что-то сделать, чтобы я запомнил. То есть, как можно да? Пять десятых получится. Да, значит, ты бит на тренировке. Я тогда, если ты шахетку хочешь, я надуваю просто. И научиться классно приемку. Сделать, не надо было классно делать все время. Можно какие-то показатели сделать. Да. Просто начинать тебе бежать. Мы вышли где-то, раз показали, что на одном боевое сламбо было, он делал показатели, там, и это, сидели. Мои девочки, которые занимались, волейбол играют, на школьный тренинг сыграл, потому что всегда летом, всегда. Я летом был вообще тяжелее. Я тут две тренировки проводил. Утром плавал, не качали, летом тренинг, волейбол. Все лето. Но они жили здесь и в другое время немножко было. И звонят, говорят, Вика, мы играем в волейбол, чтоб ты дала. Она говорит, ну меня уже, извините, уже пригласили, я вот иду туда. А там один шмальчик, это одна девушка. Значит, она что? Выжираешь. А так успеть пиво носить, кисельничать. Маке? Так. Ну, Дан нам говорил, что он со всеми бороться умеет. Как? Как? Дан, ой, извините, Даниэл, садись. Заправься, сядь. А ты иди с ним. Ты готов? Да. Сейчас. Так, девочки, значит, что мы с вами делаем? Правильно. Сейчас я вам дам скакалки. Это у вас пресс. Скакалки. Это у вас отжимания. Это у вас прыжки. Приседания или прыжки. Все, что требуется на отель. Сейчас вы через 5 минут мне сдаете. Так, ставите. 5 секунд. Кувырок. Раз, два, три. Дальше. Кувырок. А, дальше мостик. Правильно? Мостик. Встаете. А? Сейчас идет. Нет, шестой сейчас. Да. Ну, как вы сдаете тормоза, как вы сдаете. А, вы не сдаете. Ну, ага, ну все равно вы это стоите в другом месте. Значит, тогда так. Что ты стоишь? Ты заправился? Да. Читайте, блин. Готовы? Да. Значит, до броска. Хорошо. Волевой. Или удержание, болевого или удушающего. Смотри, да, но болевой или удушающий, я буду смотреть, если что, я буду останавливать. Да. Да. Ты заправил? Даниэл, ты заправился? Вот давай заправься, ты как судья, можешь сесть, но ты смотришь им, потому что я здесь пока прикручу.
Кстати, девочки, что мы? Что вы делаете? Кувырок. Один, два. Два кувырка надо много. Два кувырка. Дальше оттуда строить динамо. Если не умеешь делать, дальше кто-то один человек. Да, я знаю. А, под это, под спинку. Да. Вот здесь один держит, другой держит. Раз. Не можешь, значит, ты обязательно держишь его рукой. Он. Да, встали. Поклонились. Теперь Нику обошел вот туда. Вот туда. Вот туда. Вот туда, Нику. Вот туда. Там выходи. Значит, Нику. Да, высокий партер, перекаты вправо-влево. Посмотри, Нику. Перекаты. Высокий партер. Посмотри. И видишь? Нет! Перекаты! Инкадря. Таков. Видишь, Нику? Раз. Можно хлопать, можно не хлопать. Вот так. 20 вправо, 20 влево. Вперед. Ну вот видишь, колено высоко, середина. Вы готовы? Да. Отжимы. Раз, два. Значит, дальше. Сделали. Дальше. Уголок назад. Уголок назад. Стойка на лопатку. Встает. Колесо плечи. Ну да. Но стойка на лопатку. Да, то есть на плечах будем говорить так. Колесо умеете делать? Да, и сделайте колесо. Давайте. Теперь, Рига, ты первая, Нина, а ты становись, как будешь помогать. Все, я могу начать? Да. Нет, чем? Здесь. Просто снимает. Нет, вот смотри, не солнце. Ты вот отсюда. Поди, раз, раз. И 5-7 минут я проверяю. Ты борешься или разговариваешь? Борешься. Ну так сожрать. Два кувырка. Нина, подойди к ней ближе. Подержи ее по спину. Я могу. Можешь. Ну, руки. А руки где? Это на голову, что ли? Руки вверх. Мэнсус. Мэнсус. Вот так. Нет, пока тренер не крикнет. Сейчас. Так, поклонились, ушли. Нико. Я. Нико, Рич. Я. Готов? Отжимаем. Стоп, шида. Значит, еще раз напоминаю. Напоминаю. Дзюдо. Сейчас вообще не здороваются, ни после, ни до. Вышел. Поклонился, начинаешь бороться. Все. Если начинаешь жить, то не замечательно. Уже. Дальше. Выиграл, поклонился, ушел. Уже не надо ходить, руками, обниматься, целоваться. Хорошо? Хорошо, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Могу изменить? Сделали? Да. И ты, ты? Да. Еще раз сделайте, вдвоем сразу. Сейчас я вам дам. Да шмакс. Макс, ты мешаешь? Да, мы идем уже. Ага, теперь, ну, надеюсь, я... Кто бросил? Да, я. Хорошо. 30 отжиманий, 150 скакалка, 30 раз пресс и 30 прыжков через этот мат. Откуда? Сюда. Смотрите. Значит, прыжки. С места прыгаешь. Раз, перепрыгнула, да? Делаешь два шага вперед, маленький. Отсюда еще раз. Хорошо? Да, все, пошли. Можно мне прыгать? Девочки, вот здесь. А есть одна там, другая здесь. Встань туда. Глазами. Матерь, свободен. Куда ты бежишь? Объясни. Это борьба.
нелегко ответить, а ты двигаешься вперед. Тем более он низкий. Делает низко, а ты видишь, как. Поэтому при борьбе...